Ну, конечно, и потом будут пересматривать, делать какие-то выводы. Будет работа над ошибками. У ребят хороший потенциал, они очень хорошее такое оставляют впечатление. Так, и вот сейчас на ваших экранах Елена Кустарова, Светлана Львовна Алексеева. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Диана Дэвис долго занималась в одиночном катании. Георгиевна Тутберидзе, ее мама. Диана Дэвис, Глеб Смолкин, и уже они, ну, на данный момент пока побили свой рекорд по технике в этом сезоне. Выступали они на юниорском гран-при в Чехии. Там заняли третье место в коротком, кстати. Ждем оценок, может, и суммарно с компонентами они покажут результат лучше, сумму лучше. Диана Дэвис. Известнейшая композиция во второй части программы. Поруна Кабеза, Карлоса Гардели, прекрасно знакомая, ну, наверное, всему миру по замечательному фильму «Запах женщины», по отсутствующему взгляду Аль Пачино. Роль Аль Пачино, которая заставила, я думаю, что даже плакать многих женщин. И киноакадемию, и вот этим «Оскар», в конце концов. Это потрясающе, конечно. Композиция, потрясающие эмоции она заставляет испытывать. Ну, здесь немного другая обработка с вокалом, конечно, но она узнается моментально. Конечно. Елена Кустарова, Светлана Алексеева, Ольга Рябинина. Тренеры, которым я безумно благодарен за тот путь, который мы с ними прошли, и за то, что они сделали для нас с Катей. Мы очень много проработали с ними.
в общем-то, такое теплое всегда и приятное воспоминание у меня от этой команды, от этой семьи. Мне понравился танец. Мне казалось, в какие-то моменты была какая-то недосказанность, чуть-чуть. Хотелось, вот вроде как начинается что-то, заваривается вот какая-то история, и потом на пол так-то она заканчивается. То есть хочется какой-то досказанности в каких-то связках, каком-то отношении между партнером и партнершей. Но в целом очень хорошее впечатление. Ребята оставляют, очень статные, симпатичные ребята. Очень хорошо смотрятся на льду. Так, со стороны взрослые спортсмены, да? Да, да. Фигуре, фактуре, если угодно. Глеб, кстати, ну да, начинал в нашем катании. Этим никого не удивишь, рассказывая о танцорах. Потом, в 2014 году, ушел из одиночников, куда бы вы могли подумать, футбол, да еще и в пляжный, в Санкт-Петербурге. Играл за «Локомотив», выступал за «Локомотив», а потом вернулся в танцы. 60,31 балла столько получает этот дуэт. Сейчас немного недоумеваю.